Что я задумала? Читала, что у меня спина так сильно болит. Сейчас, блядь, контроль надо делать. Заебали. Нихуя! Охуеть. Давай остановимся, посмотри, что там. Thank you.
Мать, опять так! Твою-то мать! Господи, можно мы встанем? Фу, слава богу, господи. Ой, ёптись, мама. Он услышал, как ты кричишь. Все, и слава богу, что он жив остался, и мы тоже. Ой, девчонки, я сейчас отвечу. Он правда не соображает, да, наверное? А вот если на такой скорости. Хорошо, что, между прочим, ты не быстро ехала. Ясно, давай, созвонимся, Александр, давай. Ну, давай. Поехали, пацаны. Это сами хоть живые. Сами нормально все? Нормально? На 10-12 метров тормозной путь короче. 50 км в час. Бля, давайте-ка переходим дорогу прямо на это. Так, кстати. Бля, поместился, ёбаный ты в рот.
Нахуй. Выкусись. Блядь, приехали нам. Ты чё, блядь, ебанулся, что ли? Здорово. Слушай, у тебя есть? У меня нормально, у вас что там как? Это самое. Блядь, да что ж такое-то? Я в аварию попал, ладно, давай. Опять квартовые! Да, сюда!